Дорогие одесситы, так и встречаете. Самые красивые девушки нашего солнечного города. Я умираю от такой красоты. Номер один. Светлана. 19 лет. Длина одной ноги составляет от бедра до пяточки 1 метр 14 сантиметров. Длина второй ноги на 5 сантиметров короче. Но если лежа, не особо заметно. Тёма. Товарищи, жюри, мне бы такие ножки да на плечи. Я размечтался. Номер два. Ирочка, 18 лет и уже такая одаренная. Вы не берите в голову, что у нее номер два. На самом деле она пятерочница, круглая, студентка Института народного хозяйства. Мама дорогая, да с таким хозяйством, как у Ирочки, о народном хозяйстве можно не переживать. Сам бы лично проверил, что там с хозяйством у Ирочки. Но у нас серьезное мероприятие, а не городской пляж. Правда, девочки? Артем Николаевич, ну хватит вам трепаться. Вы же на открытии начнете нести такую же пургу. Нет, я тарабаню по полной программе. Вы еще не слышали мой доклад бюро горкома? Я представляю. Вы не представляете, ноги плакали. Я рыдаю. Номер три. Екатерина. Недавно исполнилось 18 лет. Смотрите. Так. Кать, подожди немного. Это что такое? Виталик, выключи музыку. Марина, ты мне скажи, а что ты в купальнике, когда все в платьях, и это первый выход? Тёма, ну я специально. Я же вижу, что ты сомневаешься. Решила показаться себе в купальнике, ты меня ни разу не видел в купальнике. Да, вот ты смотри. Вижу, вижу. Наслаждайся, наслаждайся. Ну что, плохо? Плохо, я тебя спрашиваю? Я что, вот просто так каждый день по километру плаваю? Девочки, ну серьезно, ну скажите ему. Да. Вот. Да. Тёма, а ты меня принял? Артём Николаевич, ну пусть будет такая изюминка среди наших плоскодонок. Вот. Перерыв. Не, ну Артём Николаевич, она реально тут самая красивая. Пусть. Сами же не договоришься. Не отцепитесь. Ты туда же. Марину ты мне это подогнал, это подарок. Тебе жалко, что ли? Она ж красивая. Да у нас половина в городе тёлок красивых, а половина симпотных. Иди сюда, что покажу. Смотри. Что это? Разрешение. Лично подписано товарищем Кравченко. О. Будем с тобой на дискотеке лобать, бабки зарубать. Класс? Годится. Годится. Годится и годится. Что у тебя с этой? Нашел. Она все замутила? Угу, она. А ты че? Тём, блин, она гонит постоянно. Короче, понятно все с ней. Так, ну-ка, давай-ка. Колись. Тюрился? Ты нормальный, нет? Это ты нормально, тебе подставу устраивает. Тёма, я ее когда шел, думал, убью, блин. Надо было. А знаешь, что мне говорит? Ты, говорит, мне самой нужен. Прикинь. В смысле, есть мне, конечно, что-то. И? Было между вами что, ну? Ничего не было. Давай, колись, интересно. У тебя перерыв не закончился? Подожду. Давай. Похож? Похож. На кого?
Зая, ну я же не инвалид по зрению. Я же не могу всю дорогу прикидываться слепым. Меня начальство не поймет. Мы с греком как с голодного края накинулись и бомбите без продыху. А пацанчик твой портрет очень близко к тексту изобразил. Хорошо, что дядя Витя дежурил. Вить, не страшно. А Виноградов? Он же мне денег предлагал, чтобы я вас, негодяев, нашел. Мы тебе 100 раз деньги предлагали. Гусары денег не берут. Ведь у нас с тобой все по любви, Лерка. Да, конечно. Сразу понял, за машины, да? Ну, мелькнула яркая мысль. Угу. Думаю, кто же это так красиво и нагло на районе босячит? Не как моя Лерка со своим седым красавцем. А потом, представляешь, Борисыч мне фамилию того пацанчика назвал, и тут я крепко задумался. Это же, очевидно, невероятное какое-то. Как же так, думаю? Вчера моя Лера, гражданина Харитонова, у Тараксина Абула. А сегодня он шо, с ней в дуле? Не, думаю, Вить, не бывает такого. Ну вот, ну и решил я на хлопца пристальней поглядеть. Поглядел? Полюбовался. Ну и как? Да голимый фраер. Точно. Так вот, ставлю я фраерка на лыжи, а он не бог знает куда, а быстрым шагом на квартиру к моей Лерочке. И пробыл там с ней тет на тет 34 минуты. Ровно. Да. А за это время, ой, много чего можно успеть. Да я вообще его еле выставила. Я думала, что я с ним в темную играю и больше никогда не увижу. А он ко мне прикрепился, как банный лист. Да. Так что, может, открепить? А ты что, ревнуешь? Я-то? Ой, страшно. Неужели? Поэтому аргументы защиты должны быть максимально убедительны. Витя. Витя. Витя, что с тобой, Витя? Это что? Репертуар. Что, ты говно играть, что ли? Это утвержденный репертуар. Давай позориться теперь. Паха, нормальная программа. Да какая нормальная программа? Ты еще самоцветов сюда включил. Кстати, посмотри, там есть самоцвет. Слушай, да от этой из лабуды разбегутся все. Понял, что играть надо? Давай, газуй майонез. Давай. Рок-н-ролл форева. Хэви метал. Верха добавь. Короче, играем по списку. Слушай, сейчас же все можно. Что ты бздишь? Я не бздю, не все сразу. А когда? Когда надо. Я за все отвечаю, не ты. Тогда сам и выступай. Я серьезно, я это играть не буду. Я не понял, тебе деньги не нужны? Им деньги не нужны, мне. Паха, у тебя есть отличная возможность отдать мне 500 рублей. Вот так он, да? Я штат пробил. Ставки. И все это ради вас. Ты думаешь, так легко? Отца подключил. Так, че уши-то развесили? Арбайтен! Них шиссен, хер обер-лейтенант! Них шиссен! Кстати, а что играть-то? Покажи. Смотрите, только не плюйтесь. Держи. А что, нормальные вещи? Ну, более-менее. Ну да, это, конечно, не совсем актуально. Точнее, совершенно не актуально. Так, ты еще поумничай. Петь, ты будешь?
Я не маэстро. Мне не западло. Так, короче, если всем пофигу, тогда мне тоже по барабану. Бах, да ладно, слабаем в легкую, заодно притремся. Да жалко просто. Вот и отлично. Все, я помчал. Сыграться успеете? А что тут сыгрывается? Короче, час позора, двадцатка на кармане. Тёп, а может по полтосу нажала? С семи подъеду! В общем, в итоге он не раскололся. И Дульдер его отпустил. Ну, а он ко мне припёрся. Слушай, Жор, серьезно, он ничего никому не скажет. Ну? Я где-то читал, что свежие краски впитывают звук. Звуковые колебания записываются на них, как на валике фонографа. Представляешь? А когда краски высыхают, все, что они слышали, сохраняется на картине, как на пластинке. Разговор художника или его ругань с женой. Теоретически можно прослушать, что говорил великий Леонардо, когда писал «Мону Лизу», или игру великого Баха. Я как-то видел портрет герцогини, у которой служил Бах. И пока художник писал портрет, Бах играл свои фуги, чтобы герцогине не было скучно. Его игра записано на том портрете. Правда, устройство для такого прослушивания пока никто не придумал. Но ведь это, как говорится, вопрос времени. Я поняла, Жор. Парень этот болтать не станет, а с винограда он Дульдер разрулит. Так что все в порядке. А я бы мальчика прикрыл. Пусть твой майор его оформит. Придумай что-нибудь такое простенькое. Года на два. Зачем? А нам он зачем? Ну, не знаю. Он меня цыган спас. Или у тебя на него эти планы? Жор, я тебя умоляю, ну какие планы? Ну, просто так тоже не хочется. Давай я с ним сама улажу, не переживай. Ну, ты девочка взрослая, только запомни, что в наших гастролях лирические выступления, они кассу не делают. Мы же артисты оригинального жанра. Очень оригинального. Вот опять к нам пришла старуха белая зима. И она, как всегда, заметет все вокруг. Мир фаната уснул, и все сковала тишина. Только дома у нас две прекрасных фиалки.
нелегко, но нам не ныть. Пусть эта битва длится вечность, наше движение вперед. Свобода у нас впереди. Все мотоцикл есть, да? Нет. А шлем тебе зачем? А это батин. У него и жак был когда-то. Я еще пацаном гонял. Понятно. Значит, любишь шестерком, да? А кто же не любит? Куплю себе, погоняю. Если ты меня опять не обчистишь. Я больше не буду. Ладно. Ну, нехорошо получилось. Но мы-то теперь вместе. Если бы ты мне тогда бы у березки не попался, то вообще бы ничего бы не было. Вертолет? Какой вертолет? Офигеть! НЛО! Серьезно, смотри! Ты куда? БМС, он же всю жизнь мечтал! Штаны надень! Дядь Вов, Саню позовите! Ты что, сдурел? Дядь Вов, ну срочняк, ну! Саня! БНС, тормоз! Что за ты такое? Ты там НЛО, ну! Сколько времени? Ты баран, блин, быстрее! Ты что? Я тебе говорю, он такое большое! Где? Все! Улетело! Паш, что правда было? Нет, блин, я тебе просто так по двору в трусах гоняю. Иди спи. Погоди, да какое оно было? В виде чего? В виде жопы. Пах, не, серьезно? Дрова нормально возьми. Чего? Палки. Это дрова? Ну да. Так возьми. Как так? Вот ну так, вот так вот, да? Расслабь руки. Ну. Держи. Что? Давай. В смысле, по-настоящему прям? А что нет? Так разбудим же. Да привыкли они. Давай. Раз, два, раз, два, три. Кайф.
проснулись все-таки. Кто? Гуманоид. Сейчас. Гуманоиды! Привет. Давай поговорим. Давай не сейчас. Паш, пожалуйста. О! Класс. Ты, конечно, извини, Буратино, но тут поздняк метаться. Я Карабас-Барабас, куклы высший класс. Паха, тот список, который ты в рейсе составил, реальный потенциал имеет. После замеса на дискотеке по городу такой шорох пошел. Я вам отвечаю, если реально все замутить, поднимемся, Буратино, не хуже кино или машины. Деньги зуб есть? Зуб даю. 5 сольнов. Рогов! Что? Харе снимать уже. Убери свою камеру, займись делом, стулья разгреби. Ладно? Оператор. Предлагаю придумать название группы. Название должно быть сочное. Например... Помидор! Полыйте мой помидор! Ну, в натуре! Апельсин уже есть? Мы будем помидор. 100 раз лучше. Майонез, короче, тут серьезный разговор. Тогда Альдебаран. А почему Альдебаран? А потому что с Альдебарана на Землю прилетели атланты. И они, короче, были прародителями земной цивилизации. Между прочим, это спорный вопрос. И это точно не тебе. Хорошо, понятно. Да, майонез, ты пошел от обезьян. Название мы придумаем потом. Что насчет денег? Что, деньги надо сдавать? У меня нет. Бэмби, солнышко, не сдавать. Делить. А? А что их делить? Бабок-то нет. Сейчас нет, потом будут. Так потом мы поделим. Потом мы все разосремся. Кстати, да. Давай без самодеятельности, хорошо? У нас сейчас бизнес. Я серьезно, давайте подумаем, как мы деньги считать будем. Что считать-то? Ворону и все. Или ты себе как солисту больше хочешь? Во-первых, я не солист. Поешь ты, маэстро. Я? Слушай, мое вот, барабаны, все. Паха, это твоя тема, не моя. Пах, в натуре. Солисты на ударных? Так это ж круто. Прям как Фил Коллинз из Genesis. Классно. Да, да, да. Без тебя мы как голый васл, понимаешь? Ты главный. Ты главный. А я так, чисто директор. Так, нам клавишник нужен. Без клавишника не то, я вам говорю. Да найду я тебе этого клавишника. Этих клавишников в Одессе как грязи. Секундочку. Вообще-то нам не каждый клавишник подойдет. Ах, ты чё? Я сейчас. Здравствуйте, Софья Иосифовна. Уезжает она завтра. На самолете. Куда? Мое какое собачье дело куда? В Ленинград. Притом навсегда. Как навсегда? Так, от тебя уезжает, чтоб тебя не видеть. И хорошо, учиться там будет, при театре. Не то, что здесь одни слезы. Ясно. Сплавить, значит, решили. Сама хочет. Сначала Миша говорил, так она упиралась, а сейчас сама. Говорит, мечтаю. Да вчера ни в какую, а со вчера мечтает. С чего? А я знаю. Не бреши бабушке. Приходь в милиции будешь. Чтоб ты там не натворил, всегда поправить может. Завтра ее на этот самый аэродром аж в 4:30 повезут.
Я сделаю так, что вы повидаетесь. И ты, Пава, как хочешь. Что хочешь, говори. Как знаешь, кайся, понятия не имею. Но делай от сердца. А помиритесь, я в дверях лягу, и никакого Ленинграда. Миша через меня не переступит. Сделай, как я говорю, а, Пав? Да не могу я. Лерка! Алло! По голове себе постучи! Там тоже пусто. Не видишь, что нет ее? Все. Заколочу черный ход, ходите через парадный. Извините. Что извините? Я спать хочу, понимаешь? Когда конец этому будет. Разбудил, извините. Нет, это мне нравится. Извините. Пожалуйста.
Иди отдыхай. Ой, извините, пожалуйста, вы не могли бы мне помочь? Просто у меня муж... Я опаздываю. Простите, у меня просто муж в рейс ушел, понимаете? А мы зимой записались на румынскую стенку. Девушка, меняем чеки. Мне нужно поменять деньги. Меняем чеки на деньги. Я бы с удовольствием, девушка, но не помогу, наверное. Я опаздываю, извините, пожалуйста. Да. Ничего. Ага. Привет. Че, Кел? Промахнулась. А ты что здесь делаешь-то, а? Пасешь меня? Да так мимо шел. Ну вот давай, вали дальше мимо. Давай, давай. Не отсвечивай. Че злая такая, а? Слушай, может, я просто хотел. Что ты хотел? Хотеть не вредно. Если мы с тобой перепихнулись, это еще не повод для знакомства. Понял? Понял. Пашка, ты что такой хмурый-то? Нормально все. Нормально. А что у тебя теперь с этой женитьбой? Обождете? А? А то можно и у нас. Раз уж ты квартиру профукал, то чем с ними, лучше уж с нами. Ладно, бать, разберусь. Идем. Паш, свадьбу сыграем. У меня деньги есть на книжке, ты же знаешь. Будет все как у людей, и свадьбы, и эти. Да не будет. Что? Свадьбы не будет. За этих? За ее отца, что? Да нет, сами решили. Что, серьезно? Вообще в Ленинград уехал. Учиться. Паш, ну, может, ты не надо спешить-то. Лиля девушка хорошая. И маме нашей понравилась. Вот ты из рейса вернешься, если все деньги-то не профукаешь. Бать, я не пойду в рейс. Как? Не хочу. Уволюсь, наверное. Что так? Сейчас же не укачивай. Не хочу я, бать. Играть буду. Паша, дурака, что ли? Так он, как круглый. Музыкантом буду. Мы рок-группу делаем. Выступать будем. Да, сынок. Может, зря мы с мамой твоей тогда в кино-то не пошли. Бать! Ну подожди! Бать, да нормально все будет! Ну что нормально? Что нормально? Как всегда! Виктор Валентинович. О, товарищ майор, Виктор Валентинович. Здравия желаю, прости, времени нет, заводи. Я по делу. Узнал что-нибудь? А то как же. Ну? Тухло все. Тачки твои залетные увели. Как залетные увели? Как? Талантливо. Сукины дети. И главное, никаких концов, ищи свищи. Витя, я же не за даром прошу. Ты вообще о чем? Совсем охренел? Ну, хочешь, объявим официальный розыск. А ну, тебе надо? Ладно, извини, у меня выезд. А пацан? Ему уже сказал кто-то. Ну и что сказал? Двое в пибаре болтали, он услыхал. Все, извини, у меня тревога. Поехали. Завтра обещал. Главное, чтобы ты хорошо помнил. Паш! Здравствуйте, Василий Степанович. А я вас уже часа два тут жду. Лиля, ты же вроде в Ленинград уехал. Ну? Приехал. Что надо? Поговорить. Что, нельзя? Можно. Ну вот. Бать, ты иди. Сейчас. Паш, сейчас, бать! Зачем такого сына? Все равно, что... Паш, понимаешь, я когда работаю, я нервна. Я при чем тут?
Ну ты прикинь, я этого фраера уже почти окучила, и он в последний момент срывается. Ну и ты тут такой, типа, привет, Акела, чё, промахнулась. Ну, я и сорвалась. Блин, ну... Ну, чё ты так смотришь на меня? Не уйти? Вали! Паш! Ну, я не просто так пришла. Ой, ну, в смысле, это, видеть тебя, это главное. Но, понимаешь, просто тут такая ситуация. Я не знаю, как тебе сказать, но... Я влипла. Мне вообще хана. Ну, просто, понимаешь, мне некому обратиться. И если ты просто мне сейчас не поможешь, я не знаю, что будет. Давай мы с тобой пойдем, и я тебе все по дороге объясню. А? Пойдем, а? Угу. Сейчас. Все бросил и пошел. Ну что? Сейчас, сейчас. Игорек, идем. Смотри. Всю жизнь мечтала. Ну, были деньги, купила. Нравится? И что? Ну как что? Я не умею на нем кататься, а ты умеешь. Ну, помнишь, ты говорил, что мечтаешь там? Вот, я думал, научишь. Что случилось у тебя? Ничего не случилось. Все хорошо. Блин, во попал, а. Как я вообще тебе поверил, а? Кранты. И мне конец. А чё нет? Слушай, если я на нем поеду, мне будет точно конец. Ну чё, прокатимся с ветерком? Держи! Держу! Что ты мне рассказываешь? Где ты его держишь? Держи прямо, ну! Все, тормози! Все, давай, слезай, хватит! Зато на велосипеде без рук могу. Все, хорош, говорю, слезай! Давай последний раз еще раз, ну, пожалуйста. Слушай, ты что думаешь, мне тебя жалко, что ли? Мне моцик жалко, давай отсюда! Паш, ну давай хотя бы... Искупаемся. Прыгай. Я все прикинул на первое время. Выступаем на конкурсе красоты с финальной песней. Мероприятие областного масштаба, популярность гарантирована. Держи. Да базаришь на телевидении, молодежной редакции пригласят на передачу. Алла Васильевна, здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте. Да, чуть не забыл. Плакаты по всему городу, пресса, все по полной программе.
Офигеть. Папку. Параллельно записываем альбом на киностудии. Рассылаем по всем точкам, чужие в том числе. Заряжаем партию. Москва, Питер. Ну, через месяц мы звезды местного разлива, а дальше рок-фестиваль в Питере, передача «Музыкальный ринг», слава, деньги, женщины, майонез. Женщины. Тёмыч, попотеть надо сначала. Всё, что мы делаем, говно пока. Да не совсем. Майонез, совсем. Ну так вперед, рок-звезды, вперед, арбайтеры. Чё хозяйство? Мое хозяйство. Так, я не понял. Вы кто такие? Написано, посторонним вход запрещен. Ты Харитонов? Я, шо? Ну, пошли. Так, стой, никуда ты не идешь, у нас репетиция. Так, вы кто такие? Он никуда не идет. Уходите отсюда. Ты чё, косёл? Я ща ментов вызову! Парни, парни, хорош, вы чё творите? Да успокойтесь, все, пойдем поговорим. Пойдем. Томыч, не надо, все, я сам. Сейчас побазарим, придем. Как бы сразу. Я тебе говорю, это из-за тачек все. Я его предупреждал, что Виноградов за такие бабки не простит. Ты думаешь, на разбор повезли? Куда еще? А ты зассал. Ты не зассал. Да понятно. Но если бы мы всей толпой накинулись, блин. Ты шайбу эту видел? Занка, иди домой. А что? Ничего. Зассал. Слушай. Че? Можешь милицию позвонить? И че? Через плечо, что я отцу скажу. Что, извините, вашего Пашу похитили. Слышь? А если твоего пахана подтянуть, а? Не вариант. Тём. Что? Можешь принять? Ну, чтоб без нервов. Не. Я за рулем. Вова, шо, уже дают? Ага. Поддают тоже. Поддают тоже. Хорошо. Вы там что, пьете? Да пада, при чем тут? Я голубей кормлю. А что морды такие переляканные? Па, тут, короче, такая лажа. Куда машину угнать? Какие машины? Где машины? Да не знаю я! Вот, короче, и теперь... Этот думает, что Паха с теми, ну, то есть он Линке спецом про машину сказал. Вот. И Паха здесь вообще не при делах, а его там трамбуют, наверное. 5 лат. Хотя бы мне одну посетку дали. Вынимай. Шо? Шо? Пузырь вынимай, шо? А. А. Сука. А Васе сказали? Мы думали, дядя Вова. Может, ему не говорить пока? Говорить. Зачем, па? Затем, что он его батя. Пойдем.
слышишь, друг? Отлично играешь. Что, учился? Музыкалку кончил? Ты поди сюда. Слышь, а хочешь с нами играть? Нам как раз клавишник нужен. У тебя аккордеон, это ж вообще. Где играть? Да с нами. Мы группу собираем. Какую группу? Рок-группу. Я барабанщик. У нас там еще две гитары и бас есть. Слушай, а ты на фоно сможешь? Могу. Ништяк. Короче, мы в ДК репетируем. Каждый вечер. Придешь? Не работать надо. Друг! Слушай, а выпусти меня, а? Не могу. Ты что этих боишься? Ключей нет. Жалко. А сыграть что-нибудь? Что? Да что угодно. Хоть похоронный марш. Только в мажоре. Дядя Вася. Как? Нина Михайловна и Михаил Борисович. Нина Михайловна, здравствуйте. Здравствуй. Хозяин дома? Дома. Ну ладно, я пошел. Миша, тут к тебе. Точные снизу удары, которые проводит армада «Мартинец», все чаще и чаще доходят до цели. Вероятно, один из них сбил дыхание Александра Кошкина. И советский боксер где перешел он на обмен ударами. Кто он? Пашка где? Обратите внимание. Да я откуда знаю? Большинство ударов кубинский боксер... Чего вы взяли? Говорил лучше. А то что? И вот одна из... Или мне милицию вызвать? Вызови. Нин, вызови милицию. Ага. Гегемон хренов, ты что себе думаешь? Где? 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 Я убью тебя! Миша! Прекрати, не шарши! Отпустите его, мамочка! Мама! Говори по-хорошему! Отпусти! А ну тихо! Я сказала шар! Я сказала шар! Иди ты, наконец! Это что тут такое? Вы? Отец Павел? Миша, это отец Павел? Что с Павой?